Расскажи ты итоги. Вы вообще примите вот указаниями, которые давал Жамбал сегодня? На большее мы не рассчитывали, мы вообще думали, он будет 51-й пользоваться. Даже не надеялись, что он столько много скажет. Ну, вот самое интересное, вот, вы почему отозвали вот эти заявления о возмещении морального ущерба? Почему я отозвал? Я пока это не буду комментировать. Вы хотели задать ему какие-то вопросы, но сегодня почему-то решили воздержаться. Почему мой представитель задал, ну и потом просто мнение несколько обередил. А есть какие-то вопросы, на которые он не ответил? Ну, я хотел ему про госконтракты задать вопрос. Хотел задать вопрос про остальные телефоны, когда они там в лесу остановились, почему. Ну и вот по времени тоже с прокуратурой у него спросил, почему телефон сел, а звонки, по крайней мере, продолжались. То есть, по сути, те вопросы, которые вы хотели задать, их задали другие? Да, ну и представительно, все это было согласовано. Ну, по его заявлению, у него телефон сел, а... Были же телефоны у других людей, но они же почему-то не звонили, как получается. Ну, в МГЭВ там слишком много звонков было. Вы лично какие-то несостыковки в его показаниях заметили? Ну, судя по первоначальным показаниям, конечно, много несостыковок. Сначала он взял покататься, сейчас выясняется, что он вообще там пару метров проехал, не проехал, непонятно. Изначально он всем твердил, что он... Машина новая, я решил покататься. Уже противоречия огромные. Ну, какие там еще будут противоречия? Да, в принципе, много противоречий насчет этого Карымска, того же самого. Как вы думаете, логично его действие поехать куда-то в дебри, а не по трассе? Ну, по крайней мере, Батурину вот рядом тоже сегодня стоит освещенный, можно было туда вернуться, там попытаться, если действительно помощь какую-то, можно было в Батурину вернуться, можно было в монастыре, по крайней мере, точно есть медики, фельдшеры, можно было туда обратиться. Вы верите в указания? Нет, конечно. А вот как думаете, судья для себя уже все решил или нет? Или может еще произойти что-то, что влияет на решение? Сложный вопрос, я даже не могу на него ответить. Решили ограничиться вот этими расходами на адвоката, только 150 тысяч, больше ничего не надо. Здесь без комментариев. Uh-huh. А, и такой вопрос, если вы не верите его показаниям, когда он их дает, какие чувства вы испытываете? И вот что у вас внутри? Вот хочется вам, наверное, высказать, да, в ответ что-то? Или вы себя сдерживаете? А смысл-то? Мне даже вопросы не хочется задавать, потому что бессмысленные ответы будут. Если бы он говорил, что да, он был за рулем, я бы еще как-то что-то попытался. А если человек себя выгораживает, что не будет, зачем ветер гонять, какие-то вопросы задавать? Ну, то есть у вас уже нет надежды, что он все-таки раскается и признается? Нет, надежды такой нет. Спасибо большое. Спасибо.